Анонс и точность выхода 10 серии нового турецкого сериала «Синий изгнанник». 10 серия сериала выйдет в эфир 16 августа. Ранее в сериале мы увидели, как Орда пропал, и все сразу же бросились на его поиски. Али был очень напуган и переживал за то, что с его сыном может случиться что-то плохое. Когда у Али зазвонил телефон, то он побоялся ответить на звонок. И тогда трубку взяла Дефне. Ей сообщили о том, что Орда нашелся. Когда Али увидел своего сына рядом с Азаном, то был шокирован. Он считает, что это все не просто так. Ведь столько людей не смогли найти Орду. А Азан это сделал. Ему даже показалось, что Азан сам похитил его сына. Али много раз предупреждал Азана, чтобы он держался подальше от его семьи. Азра рассказала своей тете, что у ее отца отношения с Дефне. Но для Азры самое ужасное было то, что и отец влюбился в Дефне. Мурат стал интересоваться у Дефне. Есть ли еще какие-то причины, из-за которых они должны будут здесь остаться? Ведь он видел их в лесу вместе с Али. Когда все искали Орду. Когда Дефне отправилась на допрос, то спокойно отвечала на все вопросы и рассказала все, что знала. Только она оказалась одной из свидетельниц убийства, и поэтому у комиссара начинают возникать некоторые подозрения. Когда Азан Адар встретилась с Азаном, то сказала, что она ему вовсе не враг. Она хочет рассказать ему правду и делает это ради отца. 10 серия сериала выйдет в эфир 16 августа. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.